Доброго утречка. Сегодня 24 декабря. Вот такая вот классненькая погодка на озере Тоба. И сегодня я уезжаю с озера Тоба в Букитинги. Снимать, конечно же, я не смогу, потому что поездка будет ночная. Выезд из Парапата в 22 вечера, ну а фактически приезд будет зависеть от дороги, от ее трафика. Но даст Бог, приблизительно часов к 11-12 дня 25 декабря я буду на месте. Вот так вот. До скорой встречи! Сегодня у меня совсем другой корабль. Он выглядит вот так. Два уровня. Держим путь на Парапат. Сегодня Тоба бушует. Вот так выглядит кафешка, где я ждал автомобиль до городка Букитинги. Вместо обещанных 10 вечера автомобиль приехал в 11:30. Съемки поездки до Букитинги удалось возобновить только утром. Поездка обошлась в 25 долларов США за 400 километров пути. Я путешествовал на вполне комфортабельном автомобильчике в одиночестве. При этом автомобиль обслуживали два водителя, которые попеременно ехали до Букитинги. Общее время в пути составило 13 часов. Вот так выглядел мой автомобильчик изнутри. Рассвет в этой части Суматры начинается приблизительно в 6 часов утра. Масса деревушек на Суматре выглядит таким образом. Дороги на Суматре не самого высшего качества, поэтому местами сильно трясет. Автомобильчик, на котором я ехал, совсем новенький, и водители даже не сняли заводские полиэтиленовые чехлы. В материковой части Суматры основным растением является рис. Его здесь культивируют повсеместно.
Природные ландшафты в этих краях просто завораживают. Вот так выглядит трафик на главных трассах Суматры. Все потому, что эти трассы очень узенькие и замены им просто нет. Ко всему прочему, они еще в очень плохом состоянии. По пути в Букитинге мы очень много переезжали мостов с такой вот горной речушкой. В этой части Суматры, в отличие от Берастаги и озера Тоба, живут в основном мусульмане. А сейчас мы проезжаем один из городов острова Суматра на пути к Букитинге. Снова вдали горные пейзажи Суматры. Как я уже и говорил, из-за очень тяжелой трассы водители ехали попеременно по несколько часов. Пока один трудился, другой спал. Очень часто встречались вот такие вот села с деревянными постройками. Здесь мусульмане массово делают омовение местной речушки. Но все-таки главными красотами Суматры является сама природа. Особенностью трасс Суматры является их плохое состояние, большие подъемы, спуски и очень крутые повороты, которые возникают через каждые несколько метров, и постоянно нужно быть настороже. Yeah.
этих кадров все видно и без комментариев. Дорога, конечно же, очень-очень сложная, но благодаря этому я более плотно познакомился с жизнью Суматры. А на этих кадрах вы видите, как дети мусульман идут в школу. А вот так выглядят рисовые плантации на острове Суматра. А на этих кадрах вы видите последствия недавних ливней. Где-то с середины пути и до самого Букитенги нас постоянно сопровождала то справа, то слева эта горная речка. По пути в Букитенги мы делали несколько пит-стопов. На одном из них меня угостили конфетками. Местами дорога проходила прямо у отвесных скал. Такой хитроумный карт собрали местные умельцы. Thank you.
день из пит-стопов был довольно продолжительным. И пока водители обедали, я ходил по местным достопримечательностям. Так вот выглядела кафешка, в которой обедали мои водители. Вот и сами водители уплетают за две щеки рис. Стоянка у кафе. Так тут ловит рыбу. После плотного обеда мы вновь отправились в дорогу. Несколько раз в дороге нас заставал дождь. Вот я пересекаю экватор. Саму табличку, повествующую о пересечении экватора, заснять не успел. Чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие на дороге, постоянно при виде встречного транспорта водители включали поворотник. Дороги Формулы 1, правда, с ухабами.
Вот за этим крутым поворотом и раскинулся городок Букетинский. Сам городок не снимал я нарочно. С ним я буду ознакомливать вас в следующих своих видео. И вот наконец так выглядит мой номер. Правда, не в отеле Лаки, а в отеле Орхид, то есть Орхидея. Потому что, когда я пришел в Лаки, там оказался трэш полный. Поэтому у меня сейчас вот такая вот комната. Это комната класса эконом. Выход на балкон. Все, что здесь видно. Вот это центральная улица. Можно посушить вещи. Сейчас еще покажу вам ванную комнату. Вот так выглядит ванная комната. Четыре ночи проживания с питанием обошлись мне в $70 США.